Вас, ныне любит меня, кто за вашей спиной, чью волю вы исполняете, и вы не ранены. В слепом неведении не ранена. А, вас натравил на меня державин? Державин, что-то знакомое. А, это артист! Не надо писать. Роберт Державин. И в гроб сходя благословил. А мне казалось, он умер. Умер. Умер великий Державин. Опосредственность. Бессмертные все их неразумные, недобрые и вечные. Он угрожал мне посредством анонимных звонков по телефону. Он хочет вашими руками уничтожить критику в моем лице. Вас послал Державин? Да. Вот я прямо сейчас к нему пойду и все ему так и скажу. Вот я всегда знала, что он такой. Вот прямо сейчас же пойду и все расскажу. Шпикадина! Ты слышишь, Шпикадина? Ты... Я беременна, это мне больно! Больно, да? А мне не больно! Так, давай с тобой договоримся так. Ты возвращаешь мне все мои вещи. Я отпускаю, не заявляю на тебя. Я не хотела, я ничего плохого не хотела. Я хотела только тебя напугать. Девочка, что делать? Я не знаю. Я не знаю, даже может вернуться понести. Вернуться понести. Я распродавала их. И мне не жаль было с ними расставаться, потому что деньги устраивали меня гораздо больше. Деньги уже как бы были моими. А может быть, биополяйцы в картину уничтожили мою молодость? Все равно Софилорен пока выглядит лучше. Сейчас я только выпью еще раз. Прижёшь ты меня, девочка, все равно терять нечего. Присаживайся. Ножницы нашла? Ножницы только эти годятся. Одну из них нет, других нет. Ну, значит, эти годятся. Ну, давай. Здесь. Так. Вот смотрите, мы сейчас здесь приподнимем, да. Тут немножко уберем. Да. Видите, как сразу играют глаза, да? Да. Вот. Слушай, ты знаешь, с этой стрижкой я проходила лет 20. Ну, значит, пора что-то менять. Еще с боков немножечко уберу. У вас очень красивая шея, а у большинства женщин некрасивая шея. Ты знаешь, большинство женщин вообще уродки. Мы вот здесь вот немножечко уберем, тут приподнимем лесеночку. Так, сейчас. Да. Ну что, дорогая моя, 2 спресса за один день, ограбление и стрижка.